Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon 3.0. В предыдущем эпизоде мы сделали себе уже с фосила нового покемона. Это у нас Тиртуга. Но я ее еще как бы не брал. Она у нас лежит в компьютере, да. Ну, у нас уже есть Survive 27 уровень и Камбускен 31 уровень. И, конечно же, Мьюту 80 уровень. Ребята, сейчас у нас... Сейчас я посмотрю. Сейчас у нас тут полный инвентарь, поэтому... Поэтому давайте сделаем вот так. Сейчас я немножко тут организирую вот это все. Вот так. Вот так. И пойдем мы... Нет, еще вот тут возьмем. Вот так. Пойдем себе сделаем еще сундучок. Один, два. И сделаем себе еще палки. Вот так. И сейчас сделаем себе еще вот так. Нет, еще один. Вот так. Отлично. Сейчас еще давайте вот так. Или вот так. Сейчас, ребята, сундуки. Да, сделали мы два сундука. Или, наверное, еще можно два сделать. Идем мы еще действительно сделаем себе два сундука. Там у нас покемон босс заспавнился. Опять нужно идти брать себе. Ни хрена себе одишь, 90 уровень. Так, чё это там у нас за покемон? Это у нас Чимчар эволюционированный. Quick Attack, Scratch. Вот так вот. О, покебол выпал. Так, это что у нас за покебол? Да, Монфарно. Инфернейт. Ну, не буду я его пока что ловить. Даже если потом буду, то первая его эволюцию. Вот так. Так, ребята, идем мы домой. Идем мы вот сюда. Давайте еще возьмем себе немножко... Чего бы взять? Нет, сначала, чтобы сюда положить. Или нет? Вот так. Нет, вот это у нас тут должно быть. И вот это. И вот это. И тут у нас вот так. И вот так. И вот так. И тут... Да. И тут вот это. Отлично. Так, идем и сделаем еще себе два сундука, чтобы уже более-менее распределить вот эти все ресурсы, которые есть. Да твою ж, я что, не взял дерево? Вот оно. Тут у нас. Идем, сделаем себе еще два сундука. Вот так вот. И сейчас идем мы вот куда бы нам пойти. Давайте вот тут сундук поставим. Или сейчас секундочку. У нас есть, да, у нас есть. Поэтому топор есть у нас и топор. Так. Отлично. И тут у нас еще диски будут потом, так как уже более-менее их куча тут. И сейчас нужно... Тут у нас повышенные.
Тут у нас вот это уже тоже куча. Тут у нас вот это. Тут у нас вот это. И давайте тоже сюда поставим. Вот так. Отлично. Или давайте... Нет, давайте все-таки, да, действительно, вот тут поставим еще один сундук. И... Отлично. Вот так вот. И вот сюда. Априконы. У нас уже вот есть априконы. Сейчас мы поставим вот это все. Да чё ты... Вот, короче. Ух ты. Машина так проехала, голос громко. Так, тут у нас... Отлично. Так, ребята, вроде более-менее чистый уже инвентарь. Вот так. Вот так. Тут еще. Вот так. Или сколько там нужно? Давайте пойдем. Сделаем себе рюкзак, чтобы был. Он так делается? Да, отлично. В принципе, есть у нас уже рюкзак, и действительно он, я думаю, поможет, так как... Нельзя... Так, ладно. Он поможет, так как, в принципе, места у нас уже не очень много есть, поэтому... Поэтому уже давайте все это поскладываем, что в данный момент не нужно. Тут. Отлично. Все, ребята. Сейчас давайте. Все, нет, вот так. Сейчас, ребята, давайте. Пойдем, в принципе, искать покемонов. Пойдем мы вот сюда, давайте, в поле. Тут у нас. Тауросы действительно, они и более-менее такие большие уровни, да? И плюс к тому, с них еще и кожа выпадает. Таурос. Я думаю, так пишется, поэтому давайте пойдем сюда. Проверим, так ли пишется и вообще, заспавнятся ли они. Если они, конечно, заспавнены где-то, то покажет, сколько тут покемонов всяких. Пойдем сюда, немножко снизим высоту. Милтанки. Ну, не буду я даже убивать милтанков, так как, в принципе, они небольшие уровни. Нет, вас я тоже не буду. Или давайте все-таки... Матки поищем. Ну чё, вообще никого нету с каким-то более-менее большим уровнем. Алмазы забыл я поставить в сундук. Ладно, пускай пока что будут. Давайте пойдем и вот куда-то вот сюда. Главное в лаву не упасть. Так, упали мы в море. Пойдем сюда. Каких-то больших уровней покемонов. Электробас, иди сюда. 29 уровень, ну, в принципе, сойдет. Давай. Отлично, Мьюту, офигеть, он сильный. Давай, о, покемон босс, пойдем мы туда, быстренько пробежимся, если он, конечно, не в земле. Вот он. Иди сюда. Отлично. Отлично. Ну, Мунстон, еще один. Так. Сейчас там у нас еще Джун.
Так, это что у нас? Там у нас еще джунгли. Давайте пойдем и вот туда. Может, что-то там и будет в джунглях. Фиг его знает. А может и нет. Так, тут у нас более-менее, я так думаю, нормальные покемоны будут, как бы большие уровни. 3-4 уровень тоже сойдет. Сейчас, кто тут еще? Кто тут еще? Фиг его знает. Кто тут еще есть? Такой большой уровень. Больше я, если честно, никого не вижу. Там у нас пустыня, в пустыне тоже 49 уровень, ни хрена себе. Ни хрена себе, давай мету. Да он сильный, если честно, даже. 49 уровень. Так, 36. Ну да чё ты глючишь-то так? Вот. Отлично. Пару уровней уже прокачали. Так, в пустыне у нас тоже, да, спавнится покемон. Ну, как бы легендарный покемон. Но я не знаю, пишет ли в чат, что он заспавнился. Вот это меня, если честно, интересует. Пишет ли в чат, что он заспавнился. Так как пишут другие легендары покемоны, да, что вот там такой-то покемон заспавнился в такой-то биоме. Ну, как бы. Какой покемон, так там он спавнится, в какой биоме он должен спавниться. И в пустыне я не знаю, сделали ли так. Если бы еще не глючило, вообще бы было отлично. А вот этот покемон-босс у нас в земле, да? Ух ты, чуть опять не стукнулся. Нет, не буду я туда рыться. Пойдем мы домой. Поспим. Мне так кажется, будет лучше. Ух ты, сколько мы уже... Нет. Где наш дом? А, вот он. Так, идем. Мы выспимся, тут у нас никого нету. Выспимся, отлично. Так, ребята, сейчас давайте... Куда мы пойдем? Куда мы пойдем? Давайте куда-то вот сюда. Главное в текстуры не упасть. О, не-не-не-не, нет. Фу. Я уже думал, сейчас куда-то блюхнусь в текстуры и опять задохнусь в стене. Ни хрена себе, сколько покемонов заспавнилось сразу же. Ух ты, это что за покемон? Ни хрена себе. Ладно. Давайте побежим... Или тпхнемся куда-то вот сюда. Тут у нас... Тут у нас ничего нету. Как я понял. Сайтер. В принципе, действительно, можно потом словить сайтера. И эволюционировать его. С помощью вот тех камней. Которые выпадают. Действительно, глючишь? Ну... О, покемон босс. Ты что, издеваешься? Ух, твою ж мать.
И Гия умер. Ну да, в принципе, у меня высота 70, поэтому оно, наверное, вот так и тпхнулось удачно, твою мать. Что в шахту тпхнулось, а не на дерево куда-то. Опять нужно будет идти уровень набивать себе. Все поднял или нет? Ну, главное, мастербол есть, поэтому я думаю, все. Все, ребята, давайте на этом закончим. Упал я в шахту, ладно, наверное, пойду сейчас опять немножко себе уровней набью как раз в этой шахте. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, еще раз всем спасибо за просмотр.